Всем доброго времени суток. Итак, в очередной раз я делаю видео на тему мошенничества для того, чтобы предупредить людей, чтобы они не попали в ситуацию, описанную мною далее. Итак, на днях одна моя знакомая поведала мне о том, как попалась на уловку мошенников. Схема следующая. Мошенники подходят на улице к человеку и предлагают купить по якобы заниженной цене планшет якобы фирмы Samsung. Они показывают документы, из которых следует, что они в магазине Эльдорадо буквально недавно купили новенький планшет за 25 тысяч рублей. И предлагают этот планшет, ссылаясь на срочную нехватку денег, купить у них за 6-8 тысяч. Вот моя знакомая попалась на эту удочку, радостно купила великолепный планшет за треть его стоимости. Впоследствии, заподозрив неладное, позвонила мне, я подъехал, посмотрел этот планшет, и что мы здесь наблюдаем? Мы сразу видим, что это не планшет Samsung, однозначно, конечно же. Ну, например, камеры у Samsung настоящих находятся по центру, вверху, а здесь же она находится справа, вверху. Качество видео и фотосъемки примерно соответствует где-то уровню конца 90-х годов, то есть качество просто ужасное. К планшету невозможно одновременно подключить прилагаемую клавиатуру в чехле и шнур питания электричеством, поскольку вход там только один, можно подключить только одно из этих устройств. Но это только полбеды. Когда я подключил клавиатуру, оказалось, что планшет этой клавиатуры попросту не видит. То есть клавиатура получилась у нас просто довесок бесполезный, а батарея планшета разряжается буквально за полчаса. Что говорит нам еще раз, что перед нами безусловно подделка. Планшет явно китайский, очень дешевый и маломощный. Красная цена этому планшету, ну я думаю, 1500 рублей. Ситуаций таких огромное количество. Вы можете найти в интернете отзывов о подобном роде мошенничестве очень много по всем городам России. Легко можно различить, что документы о покупке якобы в Эльдорадо этого планшета нарисованы на компьютере. Особенно хорошо это видно по чеку. Бумага, на которой распечатан якобы чек обычного качества, который используется в принтерах, это не бумага рулонная, на которой печатаются чеки. При совершении сделки мошенник предъявил паспорт на имя Юренко Михаил Алексеевич. Проживает он в городе Обоянь, улица Есенина, 26. Со слов моей знакомой, есть подозрение, что паспорт может быть поддельный, поскольку внешне он похож больше на лицо кавказской национальности. В то время как Юренко – это украинская фамилия. Ну, на этом, я думаю, будем заканчивать. Не верьте в сказки, в то, что товар, который стоит 25 тысяч, вам кто-то с удовольствием радостно отдаст за 8. Не попадайтесь на удочку мошенников. Всем добра и удачи!